будущее нашей организации. Скольд Фёдорович действительно принадлежит к тем натурам, которые оставляют неизгладимый след во всех, кто встречается с ним. Если учесть, что его творчество, становление его личности развертывалось во времена отнюдь не светлые, становление – это самый начальный импульс к этому становлению дала оттепель, та еще хрущевская. Очень суровые, нервные, мрачные и вызывающие бешеный протест уже было освободившейся личности. Времена застоя, вот этот застойный период его жизни, это был период, конечно, суровой его борьбы за отечество, то есть за вольную, свободную и сильную культуру. Но борьба за культуру для него – это борьба за человека, за людей. Может быть, поэтому в его музыке столько тончайших, сокровенных отгадок о человеческом сердце, человеческом смысле. И надо сказать, что в нем изумительно переплелось, в самом искусстве его, изумительно переплелось лирическое и эпическое, не в том традиционном смысле, когда мы слышим отдельно, так сказать, нечто монументально общезначимое и нечто утонченно, так сказать, элитарное. Нет. А эпическая для него суть лирическая, а лирическая суть эпическая, потому что лирическая означает человек земли моей, а земля моя есть обитание того же самого человека. Ибо личность человеческая для него есть главная ценность. Так, внимание, приготовились. Начинаем запись. Видео, мотор. Я жил в промышленной 4-5 лет, но прошу учесть, что я жил во время войны и первые послевоенные годы там. В это время в промышленной было очень много эвакуированных людей из Запада, из Москвы, Ленинграда, туда эвакуировались целые предприятия, заводы и все. Поэтому контингент жителей того времени, той поры, там были прекрасные пианисты, скрипачи, музыканты. У нас был замечательный оркестр при клубе,
духовой, был джаз-оркестр при клубе, был оркестр народных инструментов. И тогда провинциальной промышленной не было. Не было. Промышленная началась моя музыкальная вообще, так сказать, биография. Когда я стал играть на различных музыкальных инструментах, сам стал, не умея, так сказать, по догадке делать всякие аранжировки, стал писать. И помню, написал даже первый вальс, сочинил какой-то в ми-бемоль миноре. Сейчас его нет уже. Вот. А потом уже, вот, приехав в Новосибирск, более серьезно занялся музыкой, поступил в музыкальное училище. Потом перерыв был в музыке, я работал на инженерной работе. Потом снова я с музыкой связался, поступил в консерваторию, кончил ее. И вот теперь уже 30 лет там работаю. Сам факт того, что я поступил в строительный институт после школы, немножко анекдотичен. Мы с моим другом, но не архитектором известным, Нестеренком Евгением, вдвоем с промышленной приехали сюда с маленькими деревянными чемоданчиками, сошли на Алтайке. И у первого попавшего новосибирца спросили, где здесь ближайший институт? Нам сказали, вот в гору подниметесь, здесь Сибстрин. Мы поднялись в городу, пришли в строительный институт. Нестеренок хорошо рисовал, он поэтому поступил на архитектурное отделение. Вот. Я рисовал плохо, поэтому поступил на сантехфак, так называемое, отопление, вентиляция, теплогазоснабжение. Еще раз, пожалуйста, 17-ю цифру. Она небольшая, смысловая записаешь, чтобы... Не влететь в нее, потому что в тутте играет весь оркестр. За такт опять. Там-пам-пам. За такт опять. Аллилуйя. За такт, 17-я флейта. Какие пожелания у вас все-таки? Вот в конце, там, где соло флейта заканчивается, вот я у секунды альтов в балалайке что-то услышал неразборчивое какое, не знаю, то ли там есть ошибки в нотах или все. Вот под последние буквально два такта. После нее запятую, потому что этот за такт вместе вы играете, вот вы влетаете немножко. Просто нужно отделить это. И вместе сыграть этот затак. Можно вас попросить до 19-й цифры 4 такта. Секунды альты. Да, секунды альты, только секунды альты. Пожалуйста. 4 до 19. 4 до 19. Прошу. 1, 2, 3. Володя, сыграй-ка, пожалуйста, один. Два такта до 19. Нет, это поздно. Там-пам-пим-пам-пам. Пожалуйста, точнее. Тим-пам-пим-пам-пам. Понятно, да? И у вас ре.
Отец Андрей, вот у нас сегодня выдался случай в студии послушать фрагмент одного моего сочинения. Меня бы очень интересовало ваше мнение, насколько это сочинение, так сказать, светское или духовное, если условно разделить музыку так, сочинение делится. Вот. И высказать вообще свое отношение к эмоциональной, может быть, стороне и так далее вообще. Если можно, так сказать, давайте послушаем. Давайте послушаем. Да. Знаете, отец Андрей, я вот когда углубился, я же изучал духовную литературу и наших классиков, Чайковского, Гречанинова, Рахманинова и других. Вот, и когда углубился в тексты на церковно-славянском языке, когда углубился в сущность литургии, я обнаружил там настолько огромные запасы для композитора, неистраченных, неисчерпанных возможностей, что в моей жизни, конечно, не хватит для того, чтобы я выполнил все свои планы в этом плане, в этом отношении. Вот я думаю, что самый, конечно, существенный момент – это молитва, это внутреннее обращение к Богу. Тогда Господь по милости своей вот, нам и поспешествует в делах наших. Yeah.
вообще с Шостаковичем был знаком 14 лет, с 61 года. И из этих 14 лет, 5 лет, я работал в его секретариате. Он был тогда секретарем Союза композиторов РСФСР, а я был секретарем. И часто советовался с ним и устно, и письменно. Шостакович прежде всего учитель. И учитель музыки, и учитель жизни. Отношение к людям, отношение к сочинениям. Очень благожелательное всегда, внимательное, вдумчивое, серьезное. Ведь около него иногда околачивались и бездари, и он терпеливо вообще это удерживал, все. Но знал об этом, что вот этот бездарный, этот талантливый, но никогда не покажет вида. В частности, вот 5 писем у меня его лежит. Я их очень бережно храню, естественно. Они касаются в основном моих сочинений. Но некоторые произведения оказались просто подражательными. В частности, первая симфония, когда мне один музыковед сказал, да, здесь Дмитрич побывал. Вот. Ну, а в основном это опосредованное влияние музыки вообще его в целом. Вот. А сейчас, уже, так сказать, становясь старше и старше, я от конкретного влияния, конечно, ухожу, но сохраняется какая-то такая незримая духовная нить. В частности, хоровому делу я у него учился много, оркестровому делу я у него учился. Вот, и это все мой багаж теперь, принятый и взятый у него. Художника Грицука я узнал в ту пору, когда он был председателем Союза художников, а я был председателем Союза композиторов в Новосибирске. Мы подружились, я бывал у него в мастерской. Вот эту картину он мне подарил к дню рождения. С Грицуком нас связывает еще и то, что в одном из тогдашних номеров журнала «Сибирские огни» Михаил Семенович Алчоров написал передовицу, где громил и Грицука, и Мурова за формализм, и за авангардизм, за все эти дела. Неладное впечатление производит Тобольская симфония. Просто необъяснимо ее исполнение в Новосибирской консерватории. Прямо говоря, это произведение реакционно. Отдел культуры обкома КПСС почти полным составом прослушал Тобольскую симфонию. Мы обменялись мнением. Произведение получилось идейно ущербным. Произведение не доведено до конца. Идеологически незрело. И его появление не своевременно.
Я хочу напомнить об ответственности художника перед обществом. Хватит нам снисходительно относиться друг к другу. У нас есть постановление Центрального комитета, которое мы должны выполнять. Конечно. Как вы выражаетесь, повернуть меня, так сказать, в свою сторону и привести в свою веру они хотели. Но это не значит, что я никогда не шел на компромисс. Я шел на компромисс. У меня есть несколько сочинений, от которых я отказался и сжег. Это «Кантата строить и жить». Это «Ленин в Шушенском». Ну и есть ряд других. «Сибирь героическая». Это тоже был подоходный налог такой. Как однажды в Ленинграде мне одна известная музыковед сказала, что вот посмотрите на Слонимского. Ведь для того, чтобы написать «Антифоны», он должен был написать «Веринею». «Веринею» написал, теперь может что угодно написать. Симфонии, свои концерты, все что угодно. У Шостаковича есть сочинение. Он эти свои сочинения называл ситуационными. Однажды просто я спросил его, с чем я не помню теперь, о его оратории «Песня о лесах». Он говорит, да, это ситуационное произведение. Я не могу сказать, отказывается он или не отказывается, потому что сочинение сделано мастерски. Но оно сделано, пионеры сажают леса. По тем временам нужно было ему реабилитироваться, потому что он был обозван формалистом, какофонистом и какими угодно другими словами. По-христиански зла я на них не держу. Заблудшие люди, тоже обманутые кем-то, в свою очередь. Фактически создатель цельной композиторской школы. У него не просто много учеников. Эти ученики, прежде всего, очень хорошо выучены. Это настоящие, так сказать, умельцы, знатоки своего дела в ремесленном смысле. Но это и люди, которые имеют определенный комплекс жизненных убеждений. Сам характер мышления Мурова, принципиальные основы его мышления, гражданские, ответственные, острые, это тоже формирует, конечно, людей, формирует учеников. Он приучил нас понимать, уважать друг друга. Он приучил нас не только относиться требовательно к своей музыке,
но быть внимательным поразительно совершенно к всем таким тончайшим нюансам к музыке, к своему собрату. Что Аскольд Федорович, он внимательно слушал и доверительно относился к нам и выслушивал наше мнение. И только в самом последнем моменте он какие-то свои давал очень точные нюансы, штрихи, акценты и так далее. То есть мы уже находились в каком-то педагогическом родстве вместе взятые. И если кто-то из нас попадал в кризисную ситуацию, вот здесь самое главное для композитора не уничтожить или ни в коем случае не умертвить вот его, так сказать, какое-то настоящее талантливое, так сказать, зерно. И вот здесь Аскольд Федорович очень точно направлял, и в результате человек опять верил в свои силы. Начинающего композитора. Так, значит, Саша, как это называется сочинение? Рапсодия. Рапсодия для скрипки и фортепиано. Хорошо. Хочу сразу предупредить, поскольку я немного срываю, так что было всего две репетиции. Экзаменуется Абраменко Александр, абитуриент. Рапсодия, да? Для скрипки и фортепиано. Пожалуйста. Сороковоровка. Шелковая лестница. Не помню. Танзер. Телевизор Цирюльник. А. Так все эти оперы в России. Так что у вас, Дима? У меня 4 пьесы фортепианных. Вариации в русском духе, детская полька, французская песня и плясовая. Ну, начнем их играть, потом, может, мы прервем. Где-то до конца не будем дослушивать, потому что мы уже слушали вашу музыку. Что мы договорились? Венцемерова, Абраменко. Столяр. Да, Столяр. Теперь нужно подумать о баллах. 25-бальная система у нас. Есть сибирская музыка, есть сибирские композиторы. Вот я так предполагаю, в идеале, где-нибудь, будучи там в Ростове или в Ленинграде, проиграть музыку какого-нибудь сибирского композитора, ну, я имею в виду наиболее яркого какого-то автора, и острое ухо, чуткое ухо уловит, он скажет, эта музыка написана где-то в Сибири, а не в Ростове, или не в Ленинграде.
Например, наша сибирская композиторская организация в Москве считается одной из самых таких мощных, авторитетных, сильных организаций. Говорят, сибиряки – это такого обостренного чувства нет. Вот слава богу, что я в Сибири, и благодаря этому я сочиняю музыку, пишу достаточно много, регулярно, по всяком случае. Вот с Сибирью как таковой я это не связываю, я это, наверное, связываю просто с человеческими какими-то качествами, чертами. Я думаю, что есть действительно люди, попадя они в Москву или в Ленинград, в столице, они могли развернуться шире, чем здесь. Зависит от натуры, от характера человека, от самостоятельности какой-то такой жизненной. Уверенности, не самоуверенности, а какой-то уверенности в себе. И есть, по-моему, другая категория людей, которые, наоборот, провинцию предпочли бы. Так же, как некоторые писатели уходили в глухие деревни, работали, и все. Они в столицах. Я не чувствую ущербности, ущемленности от того, что я живу в Новосибирске. Один мой старый друг, замечательная пианистка Мария Гринберг, точно заметил, что какой человек, такая его музыка. И я слышу под музыкой... Аскольд Федорович всегда какую-то очень большую подкладку, что ли, личностную, философскую. И я очень люблю его сочинение «Одиночество». Это оркестровая транскрипция «Зимнего пути» Шуберта. И вот, в общем, этот драматический, лирический цикл, жемчужину эту камерной музыки, Аскольд Федорович перевел в трагическую сферу. И он большой мастер оркестрового письма. И я поклонником являюсь и его симфоний, и довольно хорошо их знаю. Но вот когда я пою эту оркестровую транскрипцию Мурова, меня это всегда очень волнует, и совершенно в другое как-то качество переходит музыка. Это подлинная трагедия. И делаю я это обычно с Арнольдом Кацем. Yeah.
не могу сказать, что в моей музыке есть сочинение, в которой, если условно говорить, главным действующим лицом является народ, массы, люди, миллионы. Уж такое еще есть. У меня, скорее всего, всегда один человек, как у Шуберта. Человек страдающий. Я люблю воду, пароходы и лошадей.